Ох, не к добру такое маленькое окошко, не к добру. Приветствую вас, друзья-коллекционеры, с вами Алексей Чернышов, вы смотрите канал «Сын, отец и игрушки», и это третий календарь на сегодня, и Hot Wheels рулит. Ну, посмотрим. Девятое окошко вскрываем. Твою ж налево, я так и знал. Маленькое окошко, одна... Чего? Серьезно? Просто на... Hot Wheels, зачем? Mattel, что ты делаешь? Не надо. Ну и что тут говорить, друзья? Три наклейки на одной, и это три логотипа Hot Wheels. И это все. Это очередной пинок под зад от календаря. А таких окошек еще хватает. Можно было, как один из вас написал, из зрителей, несколько наклеек в окошко положить. Ну, реально, хотя бы 5 штучек наклеек уже было бы более-менее. Да, было бы все равно паршиво, но это было бы лучше, чем одна. Блин, наклейка. Нельзя так делать. Нельзя. Нельзя. У меня просто слов нет. В общем, друзья... Блин, даже не прошу вас ставить лайки, потому что, поставить-то за работу лайк можно, но в комментариях гневно отписаться, что вы думаете по поводу этих, блин, ненужных наклеек в календаре, который посвящен моделям. Ну, а у меня все, друзья. Как я уже сказал, можете поставить лайк, обязательно поделитесь этим видео, чтобы другие знали, что такой календарь, он хитер и содержит еще и ненужные наклейки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Здесь у нас весело и хорошо, душевно. И про колокольчик не забывайте. Канал «Сын, отец и игрушки». Создаем коллекцию вместе. Друзья-коллекционеры, благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. Пока-пока-пока.